голубой, синий. Избавиться от белого. Полностью избавиться от белого. Штрихом распределительным избавиться от белого. Количество краски на холсте должно быть такое, чтобы когда ты сделаешь вот так, было что удалить. Хорошо? Давай. Удавливательно. Смотри, не появляется лишнее вещество. Только вот здесь впервые. Очень много останется продресей незабитых краски. И еще вещество. И вот этим вот как комбайн в поле движением, чтобы было что удалить и лишнее вещество сдать. Немножко смуглее будет центральная часть картины. Прямо вот так удавливая голубой и синий, удавливая, тоже разбеленный, но в меньшей степени, создадим вот эту темную середину, удавливая вниз от линии воды, от береговой, пойдет вот по такой траектории, по вертикальной траектории. Все-таки мало вещества, не знаю почему, и так и не добрал, потому что опять нечем пользоваться. То есть имею в виду на будущее, что нужно вещество столько, чтобы было потом чем орудовать. Создашь вот это. Здесь, сдавливая вещество с края мастихина, сдавливая, в том числе и малым мастихином, создашь идею. Можно чуть поднять гору для могущественности ее. Хорошо? Здесь она придавлена. Чуть-чуть ее поднять. И тоже вот склоны, смотри, склоны вот так вот намять. Удавливание краски по склону. Появится некая бугристая среда. Хорошо? Вещество. Чтобы только удавить. Если здесь нам его не хватило, то здесь его слишком много. Акцент на синий. На синий. Не на голубой, который ты в большей степени задействовал. Ультрамарин выдавить фонтаном. Акцент больше на синий. Минимально достаточное количество, чтобы создавать вот эти следочки предгорья. Вот такую возню этих холмиков. Край. Ну, все правильно сделал, только меньшим количеством вещества обойди. Хорошо? Вода. Вода нормально, нормально. Немножечко протянешь. Может быть даже сделать чуть-чуть полосатее, мало вещества. Прямо нагнать кистью сначала, потому что будешь долго бороться с этим. Нагнать кистью и чтобы некую нарочитую полосатость, которая будет зеркально по своей затее, как зеркало, насадить. Потом, когда здесь после этой полосатости появится горизонтальная укладка, будет ясно, что это плоскость воды. Ну, вещества просто выдавит. Чуть с разбелом. Вот это предгорье. И с розовиночкой.
некоторые проявления вверх тоже с розовинкой там есть, да? Я думаю, ты когда сейчас рассматривал ее, тоже видел их, правда? Вот эти подъемчики склонов, ущелий. Есть там такое, да? Маленьким мастихином потом возьмешь белило и начнешь укладку снега. Единственное, что там очень полосато, ты возьмешь картинку другую, где не так полосато. Рубленным характером укладки укладываешь вещество. Так. Там есть еще облака. Облака сделаешь пальцем. Вот таким разрывающим край вхождением. Вот таким. Хорошо? Помнишь, мы... Да, вот ты начал некоторую полосатость. Хорошо. Вот этот снег отразится вот по такой технологии. Согласен, да? Вот он. Можно еще раз чуть-чуть наполнить и еще раз удавить красочку по вертикали. Больше сининки, больше розовинки, чем коричневинки. Хорошо? Потом немножко выдавишь это вещество, чтобы оно отразилось. Очень зелено. Все-таки там краснее. Можно даже оранжевую красноту подсунуть. Хорошо? Оно, да? Что-то такое. Значит, когда ты здесь вот эту полосатость досоздашь и снизу вверх и сверху вниз, потом вот таким движением сбивающим в горизонталь, и у тебя выразится плоскость воды и та мутность, которая воде свойственна. Вот эти цветочечки придут в картину комом тряпки, комом, очень с веществом. Разбелом розового можно плюс немножко с коричневым. Когда будешь макать, чуть-чуть делаешь чирк, чуть-чуть чирк. Хорошо? То есть не только чвяк, но и легкий чирк. А концы вот эти сохранишь. То есть чтобы была конфигурация не шапки, а некой прозрачной среды. Особенно прозрачно вот эти два больших окна. Хорошо? Но это чуть позже, когда ложится там. Пошире вот это пятно. Ты это пятно стал срисовывать уже с этой картинки. А у нас все-таки там есть ширина этого пятна. Правда? И есть мощная темнота в центре, которой очень не хватает в твоей картиночке. Рыженького розового. Сверху ветер надо еще розовый. Да, правильно говоришь. Лежачая к холсту кисть.
берем розовый, голубой и немного коричневого. То есть не только коричневый. Если что, вот так это двигаем, чтобы не сталкиваться. Хорошие окна оставил, умненько оставил окна. Так разнообразно. Смотри, коряжистый характер укладки. Вот он, да? Когда мы проводим линию сегментно. Да. Тоненькую линию лучше проводить, сдавив краску, взяв малое количество на край сдавленной кисти, да? Сдавив кисть, а не краску. И вот ребром этой кисти любой тонкости веточки. Сдавленная кисть, сдавленная. Иногда даже пустой кистью, как бы почти борозда. Да. Увлекся ты крупными проявлениями квадратиков. Стало больше похоже на небоскребы или какой-то Шанхай там прямо до развития Китая, когда он был еще. Есть там, да, вот это вот, розовый подъемчик. Так, облаку не хватает светлости на макушках. Согласен? Я, видишь, опять утончил. Чиркательно можно наполнить гуще те места, которые исполнены множество этих цветочечков. Практически идея вот такой же укладки, густой, да, вот как на соседней картине, в самых вот этих густых местах. Да? И вот они вышли, как бы вот выпукло вышли. Где-то можно веточки красивенько заслонить. Не переборщи с этим. Вот здесь тоже можно парочку вытащить.
получается. Можно набрать Богдана? То есть та веревочка, которая там была, не должно было быть ее ни чуть-чуть. Я не знала, что это. Так, на воде могут появиться небольшие следочки горизонтального характера. Ты согласна? Вода поколебалась чуть-чуть. Ну, даже какие-то уточки поплыли. Ну, что-то такое.